Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами стример SLTV Слардармчик, сегодня у нас 9 октября, и комментируем мы Fast Cup 59-53. Итак, буквальненько, быстренько сейчас пробежимся по командам, быстро я их ребят представлю. Итак, играют у нас сегодня две замечательные команды, название первой команды, собственно, Quiz. И полное название команда Evil Quiz. И второе название, точнее, название второй команды Grab. И полное название команды Galactic Republic. Собственно, про команду Evil Quiz. Что я могу рассказать? Ребят сыграли 11 матчей. Думаю, вы по последним матчам, собственно, можете уже рассказать, что, кто и кем является эта команда. На самом деле, ребята очень хорошие, потненькие, так сказать, ну, на мой взгляд. И ребят сыграли, как я уже сказал, 11 матчей, 6 выиграли и 5 проиграли. Ну и команда Grab, или команда Galactic Republic. Про команду я уже как-то комментировал один разок, по-моему. Ребят сыграли 21 игру, 11 выиграли и 10 проиграли. Ну, понимаете, стата практически одна и та же, что и у команды Evil Quiz, поэтому ничего особенного такого нет. Вот, но это что касается команд, быстренько так пробежав. Значит, задержка на трансляцию у нас по стандарту 2 минуты, время у нас московское 17 часов 5 минут, и что хочу сказать насчет времени, сетка у нас стоит фаскапа... Фаскапа у нас на 16 часов. То есть целый час прошел, целый час не было сетки. Но сейчас ребята вот начали отыгрывать, и я надеюсь, что сыграют. Так, ну-ка минутку. Ага, я уже тут все приготовил. Обманул. Какой нехороший. 52-я у нас. Вот так вот. Да. 52-я. Да-да-да. Маленькие изменения, прошу прощения. Вот так, да. Так будет лучше. Так вы хотя бы сейчас точно знаете. Вот, это что касается команд. Да, уже сказал насчет задержки 2 минуты на трансляции, ребят. Ну, а также переходите, те, кто меня смотрят в Твиче, есть такие люди, и те, кто смотрят в Доте. Ну, в Доте, в принципе, я думаю, меня все знают. Но те, кто, ребят, сидят на Твиче, переходите ниже в описании группы ВКонтакте и попадете в мою группу. Там уже проголосуйте за команду, которую вы болеете. То есть, либо это команда Grab, либо команда Quiz. И маленькая-маленькая буквально инфа по поводу розыгрыша, сегодняшнего розыгрыша, который у нас проходит. Напомню всем, что это сет на Дизраптора новый, у нас набралось 53 постов, и вот этот сет у нас разыгрывается. Вот, собственно, что я хотел про него сказать. Ребят, там уже все, 50 репостиков набралось, и розыгрыш у нас будет завтра. Я проведу, запишу видео и отдам сет победителю, и будет у нас, собственно, новый розыгрыш. На что это, не знаю, возможно, будут какие-то ближайшие обновления, может быть, новые сеты выйдут, и тогда на них мы уже разыграем. Если же нет, то разыграем какие-то, ну, недавние. Ну так, все. Ребята пикнули, собственно, у нас... Так, команда Galactic Republic у нас Undying, Джекира, Брюмастера, Сайленсера, Гирокоптера. И команда Quiz у нас взяла в пик Врайт Кинга, Инвокера, Вивера, Лешерка и Кентаврика. Вот такие вот пики. Такие вот пики. Кстати, насчет пика команды Quiz. Врайт Кинг, Вивер, Лешерак. При том, что Вивер у нас керри. Возможно, эта трипла пойдет на хард. Ну, вот у команды Galactic Republic тоже есть Джакира, Сайленсер, Андайн. То есть, трипла агрессивная. Что Джакира со своим неприятным все-таки третьим скиллом, то, что огонек пускает, и все, там уже горят ребята, от этого не спастись. Сайленсер, накидывание первого, третьего способности. Ну и, конечно, тамба у нас Андайнга. Это вообще жуть. Итак, все, ребята вроде как распикали все. Так, ну и у нас остановка игры, собственно, да, осталось дождаться одного чувачка у нас, чтобы он забрал героя, и тогда поехали. Врайт Кинга не забрали.
Так. Вроде все проговорил, все, что хотел сказать, сказал. Ну что, игра возобновилась. Райт Кинг у нас пикнут. Итак, минута 15 до начала отправочки крипов. Итак, представлю игроков, кто у нас за кого играет. Начну я с команды Куис. Ребята играют у нас за Рейдиантов, за Свет. Итак, Старфол играет на Инвокере, АСД на Лешем, Ютейн на Кентавре, Йорк на Вивере и Файв на Рейд Кинге. И команда Грэб. Итак, ребята играют за Дайр, за Тьму, Айлинг на Сайленсере, Лорд играет на Герокоптере, Хейвен на Брюмастере, Смайл на Джакира и Волк на Андайинге. Итак, ребят, если чей-либо ник произнес неправильно, я извиняюсь. Вот, но я вроде прочитал все правильно. Так, ну что, 15 секунд остается, сейчас будут звучать сирены. Итак, 0-0 у нас на табло. И пошли у нас крипы. Итак, собственно, Брюмастер будет у нас стоять на изи-линии против Кентавра, хардлайнера, оффлайнера нашего. Вивер, Леший и Врайт Кинг будут стоять против, ну, Триплан, Триплу, соответственно, Джакира, Андайинга и Герокоптера. Ну и Мидл Гейм, соответственно, Сайленсер и Инвокер. Почему именно так? Немножечко, на самом деле, неожиданно. Сайленсер пошел все-таки в Мидл Гейм. То есть я как-то надеялся, что Сал у нас будет как суппорт выступать, Брюмастер в Мидл Гейм, ну и какой-нибудь Герокоптер будет стоять и фармить на изи-линии. Но, видимо, нет. И все-таки Герокоптер у нас будет фармить пытаться. Ну что, вард стоит, Лешего видят, палят, собственно, обе команды видят у нас левую сторону леса. Кентавр у нас пока без пассивочки качается, миссы прокачивает Брюмастер. Итак, пошел смоук от тиммейтов команды Куиз. По-моему, они смакают с нули на варде, если я не ошибаюсь. Ребята заходить будут как, прям под тавр? Пока не знаю, пока будем наблюдать, но, по крайней мере, вот Вивера цеплять тут намного попроще. Ну, как проще? Собственно, сейчас вот будет только-только айспад. Так, ребята, заходят. Сайленсер настакивает. Санстрайк. Санстрайком, жалко, не попадает. Врайт Кинг. Врайт Кинг. 300 МС-а не хватает. Иса становится переедалью... Так, приостановился. Леший. Стан. Криты. Ой, подобрал, конечно, еще и... Так. И тычечка. Мисс! Мисс у Сайленсера. Вот это везение в Райт Кингу. Отпивается флаской. Вот это супер, супер везение. Да, обидно, что с Санстрайком все-таки Инвокер не попал. Ну, ребята бы вряд ли, даже если бы он попал... Инвокер умирает. Итак, Сайленсер забирает у нас, собственно, Инвокера. Два скилла накинул, и все. Там Сайленсеру пришлось юзать на страйк. Ну и, соответственно, между тем и этим погиб. Итак, остается стан. Второй. Дабл Эйдж. Подстапливают. Идет у нас тут. И все. Отпивается флаской Брюмастер. Не хватило у нас сюда Лешего, которого только что телепортнулся. Ну и, ребята, как-то... Как-то у ребят не слаженно играется. На самом деле, вот я который раз наблюдаю, да, за командой Куиз, ребят постоянно вот фидят, отдаются, как-то у них все
Ну вот честно вот скажу, как-то все криво выходит, серьезно. Вот если без шуток. Тем временем ребята просто на боте разрушают этот тавер. Грызут, несут. Третья минута, уже полтавра нет. Вот. Да, ну вот, насчет команды Quiz. Ребята просто любители пофидить в самом начале игры, а потом, я не знаю, у них хоп, щелчок так в головах срабатывает, и ребят говорит, да, давайте мы сыграем командой. Мы же все-таки команда. И ребята действительно появляется координация минут так на 20-й, и начинают уже играть вместе, вот серьезно. А так как-то, вот, я не знаю. Чего-то не хватает ребятам. Тем временем вышка падает, есть глиф, лететь сюда никто не будет, потому что все пока у нас на топ, вчетвером, при том, что... И 30 хп, горит вышка, Undying, забирает у нас вышку, телепорт юзает кентавр, кентавр прилетает. Ставится тамба, отхиливается. Не знаю, зачем тут вообще была тамба нужна. Ну, окей. Трипла у нас на топе теперь. Ну, по-моему, все-таки вот при пике Undying, то есть вы видите Undying, вы видите Джакира, ну, это практически, я не знаю, процентов 95, наверное, того, что ребята 100% идут, собственно, в хард. То есть при пике Undying, ну, вы зеленью, не знаю, зря идти. То есть ребята могли сразу же идти трипла на хард и там трипла на хард, то есть вот так вот. Тем более тут у нас два дизейблера и вивер, который Шикучи легко догоняет. Итак, ребята перетягиваются у нас куда? На топ? Не знаю, но я думаю на топ. Гирокоптер уже пролетает мимо. Инвокер 5 уровня. И вивер забирает у нас Брюмастера. Но Брюмастер забрал Врайкинг. А Врайкинг, видимо... Да, Врайкинг, видимо, от вышки умер. Да, там только Клэп был, там все было. И Санстрайк даже был. Итак, ну что, смока заюзали, ребята, вижен есть, инфы нету, и будут цеплять, Так, Шикучи, ставится тамба, и телепорт у нас от Лешего. Уйдет, не уйдет? Нет, слишком долго у нас юзается телепорт. Итак, забрали Лешего, хорошо. Итак, появляются арканы у Undying. И ребята уже все, вчетвером на топе. Начинают насовать тауэр. Ну как, пока только коцать. Пришел у нас сюда инвокер. Инвокер без всяких метеоритов, без всяких ЕМП. Вообще еще пока в Икса нету. Это значит, никаких таких способностей инвокер скастовать ты не сможет. Так, пошли у нас жуки. Есть форж. Ребята тут впятером стоят. До ульты кентавра еще ему надо 50 маны. Буквально вот, вот эта рунка бы ему помогла. Ну, как, еще один крип и руна. Power Threads появляется тем временем у Брюмастера. Так, ловят. Global Silence. Айспад. И все-таки Брюмастер забирает у нас вивера, Врайтинг забирает Джакира. Один в один разменивается. Кентавр забирает также Undying. Стенка ледяная кастуется от инвокера. Ребята отходят. И забирает также Лешего. Undying забирает Лешего. Дабл килл от Undying. Ой-ой-ой, инвокер. Да ладно, будет еще один килл. Да, трипл килл от Undying. Отличная игра. Сейчас правильно сработал. И... Да, да, вот, вот так вот еще минус инвокер. 2-7, седьмая минута игры. Довольно-таки агрессивный вард ставит у нас Джакира. Да, ну Джакира тут у нас, я так понял, помогать будет Сайленсеру с пушем Тавера. Тем временем, вчетвером ребята опять же на топе. Восьмая минута игры, 2-7. Стан, хлопота у нас Райкинг, ставится ледяная стенка, тамба. Так, ульта кентавра, молнии Лешего. Стан опять по гирокоптеру.
Так, тычкует Шикучи, пока нет. Врайкинг забирает все-таки у нас Геракоптера, но забирает также и Вивера. Санстрайк. Санстрайк не точный. Лешиус там тоже не очень. Отхиливает Сандайнг. Возможно, нет. Или как? Проблем пока нет у Инвокера. Особенно мне нравятся вот эти две сентри. Итак, так, отлично. Врайкинг забирает у нас, собственно, Брюмастера. Но, опять же, вдвоем ребята раненые. Тут надо быть поосторожней. Power Threads появляется у Вивера. Телепортируется опять на топ. Врайкинг у нас возвращается на базу. И практически таймлапс есть у Вивера. Тем временем Т1 на middle game у нас падает. И обратно Джакир возвращается. То есть, ребят, так, давайте на изичах заберем тауэр. Ну, его действительно никто не дефл. Даже, по-моему, глифа не было от ребят. Или как? Сила тьмы, сила света. Не, не было. Никакого фортификейшн не было. Ребят просто подошли, забрали Джакир. Все, на этом уже закончилось все. Итак, Врайкинг приобретает себе Power Threads. Еще вот Врайкингу, на самом деле, вот этот шестой, вот действительно, наверное, из всех, кто тут есть, очень нужен он. Все-таки вот взлетать самому первому под ультой кентавра и умирать, это, наверное, самое необходимое. Ну, стараться, конечно, не умирать, но все-таки ульта сработанная будет неплохо. Итак, у нас Сальнисер накидывает третий в иллюзию. Ну, у него там ман довольно-таки быстро регинится. Тем временем, ребята на топе подпушивают тавр. Я думаю, это будет, конечно же, минус тавр. Ребята в смоках. Инвокер вместе с Врайткингом. А Сальнисер уже на топ перетянулся. Итак, юзается фортификейшн. Global Silence. Ребята, заходят сзади. Герокоптер, ульта, кентавр. Минус, Бремастер забирает у нас кентавра. Дальше продолжает герокоптер ультимейт. Настакивается Леша, забирает герокоптер. Врайкинг у нас умирает. Забирает также Лешего. Да, Бремастер забирает, даблкил на него зарабатывает. Сайленс забирает инвокера, и это минус 4. Так, проблема у Вивера. Стики прожал, пивко. Шикучи секунда. Шикучи пробегает. Рядом с тамбой, там зомби, и ребята отключаются, ГГ. Вот так вот ребята потеряли всех, все мертвы. Так вот быстренько ребята отыграли. И поздравляю команду Galactic Republic. Ребята отыграли вообще за 10 минут каточку. И у них это оказалось действительно изи-катка. Ну, трипла оказалась очень сильная. Причем, что Сальнисер пошел у нас все-таки в middle game. Ну что, ребят, поздравляю я команду Galactic Republic с их прекрасной победой на фаскапе. У нас получается это 1/8 игра была. Кстати, это единственная игра 1/8 на 59-52 фаскапе. Потому что остальные матчи у нас уже проходят 1/4. Вот так. Так, ну ладно, перетягиваемся дальше. Думаю, комментировать я останусь с командой Galactic Republic, но перерывчик у нас 5 минуток. Так что далеко не уходите и оставайтесь.